Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Світлана Князєва. Глядіть у гэтым випуску. Каля 20 країн удзельниць сёння у Гомелі праходзяць бізнес-дні. Ад мілагучных романтычных твораў да жорсткіх рокавых кампазіцый у Гомелі прайшоў сольны канцэрт саліста абласной філармоніі Александра Панамарэнкі. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Сегодня у Гомеля проходят бизнес-дни. По сутности, это международная кооперационная пляцовка, на якой проводят перамовы представники деловых колов. Мероприемство форума наведал Олег Сентюров. У экономичном житті Гомельской области есть две основные події. Экономичный форум у мае и бизнес-дни у кастричнику. Ободва накированы на достижение одной мети – поляпшение бизнес-осяроддя у регионе. Причем, коли меркувать по колькости удельников, это мероприятие можно лечить уже международными. Глядячи на то, что сёлета бизнес-дни проходят только в третий раз, их удельниками стали представники 19 краин – от России, Украины, Италии и Польши до Китая, Монголии и Королевства Таиланд. Организатор форума – Гомельское отделение Белорусской гандлёва-промысловой палаты. Менавіта тут сформулировали и головную задачу – допомогчи представникам бизнесу наладить долготерминовое супрацовництво. Мы хотели, чтобы именно бизнесмены приехали в Гомельскую область и участвовали в переговорах с нашими предприятиями, посещали наши предприятия. И что важно, что в рамках бизнес-дней, готовясь к этому мероприятию, делегации заезжали намного заранее. И они уже приезжали неделю назад, уже приехали бизнесмены, проехали много предприятий, у них состоялось много встреч, и еще многие намечены. Это очень важно. Сьогоднішній бізнес-форум у Гомелі викликає повищений інтерес і по ще одній причині. У Білорусі підписано шерег указів, накерованих на активізацію ділової активності. Форум у Гомелі повинен підтвердити їх ефективність. Причому тичеться це не тільки нових партнерів. Супрацовництво Республіки Білорусь і Соціалістичної Республіки В'єтнам притягується не перший год, але зараз воно виходить на новий узровень. Коли літось товарооборот поміж країнами складав коля 120 мільйонів доларів, то сьогодні повинен досягнути вже 200 і в дальнейшем протягне рости. Два президента обещали, что он торговли обязательно достиг какой-то 500 миллионов долларов в ближайшие годы. Вот такая обстановка торговли между Вьетнамом и Республикой Беларусь. Предприемствам Гомельской области сегодня сапраўды есть, что пропоновать потенциальным партнерам. Причем размова может идти как об традиционной продукции, якая уже подтвердила свою якость, так и принципово новых распрацовках. У акционерном товаристве Светлогорск Химволокно освоили вытворчесть материалов, которые имеют вельми широкий спектр выкрастания от спортивных отделений до аэрокосмичной промысловости. Этот материал состоит из углерода, чистого углерода, 99,6% углерода. Вот разогреваю, как металл разогревается, но ничего с ним не происходит. То есть это очень высокая теплозащита. Такой материал выпускает в мире только три страны. Америка немножко, во Франции чуть-чуть и в Беларуси. Официально кастричнинский бизнес-форум у Гомеля протягивается один день. Але шмат кто из удельников кажет, что затримается в Беларуси еще на некий час. Оживление сусветной экономики и поляпшение делового сяроддя у Беларуси начинает приносить становчие выники. Олег Сентюров, Валерий Хапанько, телерадиокомпания «Гомель». У Беларусі на наступным тыдні павысяць пенсіі. Адпаведны указ падпісаў прэзідэнт краіны Александр Лукашэнка. Сярод іншых навін. Па ананімных зваротах пазапланавыя праверкі суб'ектаў гаспадарання прызначацца не будуць. Аб гэтым паведамілі ў камітэце дзяржконтролю. Таксама ў выпуску. 15 лістапада завершыцца тэрмін прыёму зямельнага падатку і падатку на нерухомасць. Аб гэтым не толькі глядзіць у праграме «Эканамічны агляд». Сёння на тэлеканале «Беларусь-4 Гомель» у 20:20. Система жилево-коммунальной господарки под пильной увагой Александра Лукашенко. На днях керовник державы провел республиканский семинар об удосканаливании и развитии ЖКГ. Задания президента и шляхи их выконания обмерковали на видеоселекторы у облвыканкаме. Первое доручение – деталевый анализ тарифов на жилево-коммунальные послуги. Дозволяется только обгрунтованный и неодноразово выверенный их рост у межах вызначенных 5 долларов у эквиваленте. Говорки про 100% оплату покуль не идет. Гэта только перспектива на будущее. Покуль же треба наладить зручную и эффективную работу со зворотами громадян по пытаниях ЖКГ. У Гомелі 2 года диспетчерская служба працуе по одиным нумары 115. Але задача максимум створить по прикладе Минска контакт-центр, який примал абсолютно усе телефонование громадян по жилево-коммунальных пытаниях. Причем такая служба повинна быть обособленной от ЖКГ. Еще один накерунок работы – зворот
народ с твердыми коммунальными отходами. У планах побудовать у Гомеле сметтеперапрацоўчий завод. Программой по развитию с обращениями с твердокоммунальными отходами планируется, что к 2020 году должен в городе Гомеле быть построен завод по переработке. Но будет ли он построен, понятно, зависит от выделение денежных средств. Какие это будут деньги, пока сложно сказать. Это деньги немалые. До прикладу, у Бресте будовництво такого предприемства обошлось больше у 60 миллионов долларов. Сегодня вечером на Беларусь-4 у программе «Добрый вечер, Гомель». Размова у прямом эфире об нашей медицине. Какое лечение выбирают жыхары Гомельской области? Как ставятся до платных послуг и медицинского страхования? Что можно и чего нельзя лечить по страховому полису? И как застраховаться от несчастного выпадку на вытворчості? Глядите «Добрый вечер, Гомель» сегодня у 20:40 на Беларусь-4. Долучайтесь до размовы телефону студии 34-22-43. На сцене Гомельского громадско-культурного центра отбылся концерт «Я веру». У выконании артистов областной филармонии глядачи увидели саправды яскравое и видовищное шоу. Головной деятельной особой вечера стал талиновитый спевак, солист установы Александр Пономаренко. Со своей сольной программой он выступил у сопровождении эстрадно-симфоничного оркестра имя Юрия Василевского. Прихильники творчества Александра Пономаренки у гэты вечер почули музычную палитру от мелагучных романтичных творов до жорстких роковых композиций. Яскравый тембр и вытонченная манера выконания робят его выступления сапраўды неординарными. Разом с Александром Пономаренком свою творчесть глядачам дарили и іншыя вядомыя солисты областной филармонии, лауреаты международных и республиканских конкурсов, а так само специально запрошенные гости. Многие нумары сопровождались грациозными хореографичными выступлениями. Концерт «Я веру» ладился у рамках великого творчего проекта Гомельской областной филармонии «Виват Оркестр». Ён мае долготерминовый характер и предугледжвае циклы самых разных музычных программ. Следующий серьезный такой знаковый концерт, который состоится у оркестра. Концерт, посвященный 80-летию со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого. 5 лет назад оркестр подготовил замечательную программу, и она прошла с большим успехом в Гомеле, в Брянске, в Витебске, в Могилеве. Эта программа востребована, но мы ее постараемся видоизменить. И 25 февраля, вот здесь же, я думаю, в этом замечательном зале, состоится концерт, посвященный творчеству Владимира Семеновича Высоцкого. Димитровская батьковская суббота сёлета приходится не на листопад, как это бывает звычайно, а на конец кастрычника. Напередодні ушанавання памерлых во всех православных церквах проходят адмысловые поминальные службы. Гэта поминальная суббота перед днем памяти великомученика Дмитрия Салунского. Традиция ушановывать память спачылых пошла от часу кровопролитной Куликовской битвы 1380 года. После битвы князь Дмитрий Донской, названный, дарэчы, гонар гэтай святого, пошел у храм Живоначальной Троицы. Там он подяковал Господу за перемогу и загадал служить поминальную литургию у гонора загинувших воинов. С часом такие службы стали традиционными. А поминаются на их не только склавших головы за веру и айчину на поле брани, але и у всех от веку спадшилых православных христиан. Долучиться до агульной, а значит надзвичай моцной по силе молитвы, православная церква запрошая у всех верников. Дарэчы, это апошняя батьковская суббота сёлета. Наступная 10 лютого 2018 года. На самом деле, как свидетельствует церковное предание о том, что молитвы за наших усопших они очень нужны. Я бы хотел призвать всех вас к этой молитве за наших усопших, чтобы тем самым мы реализовывали заповедь Господа о единстве в том числе не только между нами живущими, но еще и усопшими. Помоги всем вам, Господи. Гэтыя іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. Далей у эфіры спартыўны агляд. З навінамі спорту вас пазнаёміць Максім Савін.